Считаю, что это хорошо. Да, зарегистрируйся всякую по моей школе. Считаю, это очень хорошо. Если можно, наші вчителі. У прекрасну пору року приходить до нас освітянське свято. Це час, коли шелестить золотим листям осінь і приносить нам свої щедрі дари. Сонце стає лагідним і бажаним, небо синім і глибоким. Усі фарби стають насиченими і теплими. Дорогим нашим працівникам освітянської ниви, люблячим і терплячим, добрим і чуйним, творчим і наполегливим, даруємо сьогоднішнє урочисте свято. Мудрі, далекоглядні, самовіддані, терплячі, лагідні і суворі – все це ви, дорогі наші педагоги. Сьогодні для вас, дорогі порадники і наставники, лунають найщиріші слова привітання. До мікрофону запрошується голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Григорійович Гарбуз. Я хочу, щоб ви, як моя сім'я, совместно со мною вирабатували площадку. Я приглашаю вас всіх к дискусіям по образованию в Луганській області. Реально всіх. Если есть желание, я продиктую сейчас телефон, общаемся. Молодые нужны те, которые горят, и мы должны что-то менять. Менять тогда легко, когда ничего нет. У нас идет война, много что разбито, я могу говорить о здравоохранении, и многих на других площадках достаточно это всего. Но я еще хочу сегодня говорить об образовании. Мои дорогие коллеги, я хочу пожелать вам, всем нам, здоровья, конечно. Конечно, любви. Той любви, которой бы мы могли поделиться. Не только принять, но и отдать. Отдать нашим детям, которые должны все-таки нести любовь к семье, к старшим и к Украине. Спасибо. Дипломом 9-го міжнародного фестивалю педагогічних інновацій нагороджується Савченко Людмила Іванівна, вихователь медицинських дошкільного навчального закладу номер 2 «Журавка». Грязін Олена Олексіївна, вихователь дошкільного навчального закладу номер 2 «Журавка». Слово для привітань надається генеральному директору товариства з обмеженою відповідальністю научно-виробничого підприємства «Зоря», голові фракції партії «Опозиційний блок» в Рубіжанській міській раді Чернєцову Олександру Івановичу. Хотілося б вам пожелати дійсно витяжки, пожелати здоров'я, пожелати, щоб ви постійно працювали над собою в рамках професіоналізму. Это, к счастью, наверное, так, то требование, которое на сегодняшний день выдвигает нам вообще общество, мир и развитие. Потому что без этого сложно рассчитывать на то, что мы с вами воспитаем то поколение, которое завтра будет возрождать Украину, отстраивать ее наново,
ставить перед ней более серьезные задачи, возрождать наш край. И хотелось бы действительно, вот то, о чем говорил Юрий Григорьевич, хотелось бы, чтобы дети оставались, насколько это возможно, здесь. Но для этого нужны условия. Для этого нужны условия инфраструктурные. И здесь школы, вот то, что мы сейчас делаем, наверное, это важно. Не то, что важно, это должно быть сделано еще давным-давно. По тем или иным причинам мы многие вопросы решаем вот уже в период учебного года. Но, тем не менее, мы эту задачу осознаем, и общество, и военно-гражданская администрация, и руководство городом. Спасибо вам за ваш труд. Дай вам Бог доброго здоровья вам и вашим семьям. Спасибо. З вітальним словом до вас звертається людина, яка, як ніхто інший, розуміє нелегку працю педагога, яка постійно підтримує освіту, допомагає вирішувати проблеми педагогічних колективів нашого міста. Слово надається міському голові Хортєву Сергію Івановичу. Дорогі друзі, я постараюсь швидко і коротко. Я хочу поблагодарить Юрія Григорьевича Гарбуза, который сегодня присутствует здесь, принял наше предложение и с удовольствием приехал, как он сказал. И действительно, Юрий Ильич, вы правы, 35 лет в школе, значит, проблемы 30 лет. С вашей легкой руки, я помню этот разговор в мае месяце, когда я подошел к камере, Юрий Ильич, у коллектива педагогического есть проблема города. Вы сказали, значит, давай так, едем, встретимся, посмотрим, определимся, решим. И не знаю, с легкой руки, но с вашей твердой волей, сегодня заканчивается вот эта вот реконструкция, и она будет сделана, и дай бог школа обретет, ну, скажем так, уже полное будущее, полноценное. Целый ряд инфраструктурных проектов по городу, начиная от проекта московского, значит, реконструкции в прошлом году, Мира, Чехова 9, 26 лет, как застыл дом строителей 13Б, вот рядышком с вами. Опять же, Юрий Григорьевич, благодаря вашей воле, двинулась вперед, и это нелегкая задача, и сегодня дом восстанавливается. И десятки, еще раз повторяю, проектов, которые работают сегодня от областной государственной администрации. Юрий Юрьевич, от всех нас слова глубочайшей благодарности. Спасибо вам огромное. Поблагодарим уже раз. Я также хочу искренне от души поблагодарить команду депутатов. Начиная от Верховной Рады Юрия Анатольевича Бойко, Юрия Яковлевича Уфы, команду депутатов городского совета Чернецова Александра Ивановича, председателя фракции. Почему? Вчера состоялась сессия, все вопросы рассмотрены, ни одной сессии никогда не было сорвано. Опять же, твердая воля, мы четко работаем на благо жителей города Рубежное. И самое главное, Юрий Юрьевич, ну чего там думать, я вам короткий экскурс. Где строить университет Майбутнего? Да в Рубежном. Дело в том, что... я за свои слова несу ответственность. Отсюда пошли филиалы в Северодонецкие учебные заведения, техникума, в Лисичанске. Первый университет был с 27 года, простите, здесь, в Рубежном. Поэтому университет Майбутнего, вот 100 метров, у нас отличный, великолепный участок. Вы только команду дайте, депутатский корпус соберется сегодня вечером, проголосует, выделит всю землю. Университет Майбутнего, давайте посмотрим. Дорогие мои коллеги, ко всем своим недостаткам, как управдом сегодня, я еще и заслуженный работник образования. Поэтому искренне сегодня присоединяюсь к вашему большому братству. Значит, труд неблагодарный, хорошо знаю. Но, дорогие друзья, всем вам, знаете как, крепчайшего здоровья. Дети действительно знают, что вы хорошие и всегда это помнят. С праздником вас, дорогие. Третьяк Любов Васильевна, заступник директора навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи номер 1. Рамченко Лілія Юрівна, вчитель російської мови та літератури Рубіжанської загальноосвітньої школи номер 3. Лоза Ганна Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Рубіжанської загальноосвітньої школи номер 4.